Это я самосвал. И я начинаю с примера. Первая игра моя — это болото Атанха. Будем брать среднюю сложность, я думаю. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс «Челоней» изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Мы успеем на выступление? Ха, еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Качество, давайте поставим на среднее. Что-то на низком баге, потому что они тянут. Платформа Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Почему нет? С удовольствием. Опять сипуха в дереве застряла. Всегда веселюсь, когда они... Навигационные системы роботов. Все красные. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Что они у тебя разбегали? Совсем Вовчика распустили. Поломались они с утра, что ли? Третьего он особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Дай какое-то управление. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты, получается. Спасибо большое. С праздником вас. Там все собрать больше ачивок. Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. Не смотрю. Вас ожидает автомобиль Турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда.
Серьезно. У вас запущено за все. Товарищ, подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию, вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Ну, подключай. Доступ к вашим биометрическим данным. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывай. Извините еще раз. С праздником! Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой побрякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. Скоро начнется. Принесите чай. А есть печенье? Дорогой, не толкайтесь. Родненькая моя. Товарищ, ну что вы там стоите? Хотите, заходите к нам. Вместе смотреть будем. Нет, спасибо, я просто мимо проходил. Кто возьмет прибор? Мысль обретает в жизни смысл. Алло, это булочная? Нет, это сливочная. Это там, где сливки делают? Это там, где таких, как ты, сливают. Вот хамло. А, может, потом что? Я помню. Напоминаю, мы реально на экскурсию. Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Узнайте хронологию великих открытий. И, конечно же, почтите
память всех жертв военных событий. Давайте пойдем. Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут? Красиво. Номер 1936 год. Дальше. Создание научной когорты. Что когорты? 1937. Вы прошли всю войну, товарищ майор? Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Ебучие пироги, блядь. Изобретение вот огромные яички. Коричневая чума. 1942 и был еще 1939. Создание предприятия 1926-1943. Коллектив 1.0, 1946. И первый полет человека в космос. 1951 года. Человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. Разрешите поинтересоваться. Чем я могу быть полезен, товарищ? Расскажите мне о космосе. Ну и вопрос. О нем можно бесконечно рассказывать и не сказать ничего по итогу. Единственное, что ясно точно, только там мы найдем ответы на вопрос, как же нам жить здесь, на Земле. Ну и как? Готово ли человечество покинуть свою колыбель? Вопрос философский. Если речь идет о технической возможности, это вопрос нескольких лет. А вот о готовности внутренней, на такие вопросы каждый должен ответить себе сам. Скажите, а пришельцы существуют? Ах, если бы мне давали по рублю за каждый такой вопрос. Я не знаю, молодой человек. Но я очень надеюсь, что скоро мы сами доберемся до звезд и станем для кого-то пришельцами. Интересный подход. В таком ключе я об этом не думал. Спасибо. Занятно вы беляша приспособили. Да, и совершенно внезапно. Оказалось, что МА-9 может использовать полимерный излучатель в качестве лучевой сетки, что и формирует картинку. По сути, теперь это точнейшая видеокамера и проектор. Ничего не нужно. Охренеть, блин. 10 минут разговаривали, ничего умного не услышал. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому! Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите?
Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобятся. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Не можете, а то, чтобы активировать камеру. Оксись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. Чего? Можем мы такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Ну, пока. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Беларусь, Казахстан, Россия, еще что-то. А, Украина точно. Вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрлих. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Представляю вам устройство будущего, нейронный коннектор, мысль.
Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазия и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Б3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ. Можно уже просто музыку. Другое дело. Соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Sehr gut. Я воль, mein Führer. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение.
Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Научный центр Сечина, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами подсолнух, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вавилов», место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятия. Вы наблюдаете стеллу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальниковой. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи робота самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа.
разворот! Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне ты что с этим делаешь? Вот дерьмо! Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой. Эй, ты ублюдок, Челес! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурки! Как невежливо с их стороны. Работа лифта восстановлена. Отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? У меня сердце осело. Сейчас идем до первого спаунпоинта, и я потом отправлю видео в YouTube, потому что у меня ограниченное время на видео. Черт, как же болит башка. У меня горло. Волшебник, я П-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров сломал центральный узел. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и... Предатель Виктор Петров сломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Хренаж себе! Эй, перчатка, слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск?
В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса «Войну». Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! Убей, Петров. Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Сюда, громила! Иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин! Ты что задумал? Так. Два дня мне покой не давали. Получите! Ну, что вас собаки трогали? Что-то вообще нечестно. У него перекур. Вот вляпался, блядь. Окей, получается. Че? Необходимо найти способ открыть бронедверь. Ясно. Ладно, уберем. Да мне так ключ. Как-то странно. Я слышу как. Чего вы слышите? Дверь откроется!
Держи руку! Держись, держись! Каждая комната отдыха является безопасной зоной, в каждой из них автомат для ручного сохранения игры. Опа. Это сундучок. Ладно. Ребят, на сегодня все, потому что у меня время сейчас уже заканчивается. Так что сохраняемся. Выходим. Идем сюда. И до следующего раза.